Ясен, кукусики. А буквально 5 минут назад сижу, чем спокойно. Пью кофеек, блин. И знакомый очень мне это самое отсылает смс-ку вида АТБ. На чем? АТБ дарует 2000 до 2000. Вообще до 2500 гривен. Стыгайте, киви с промокоде обмежено. И ссылка такая, atb.chip и дальше ID, соответственно, клиента якобы. Вот, на самом деле, что там? Ну, обычно, что делается? Вот, вводится в угол ATB, чип, лохотрон. Вот, на первом месте у нас что? Официальный сайт ATB, заходим к нему, по нему, заходим на него. Вот, эту фигню мы отключаем, не важно. И смотрим, что будет дальше. Вот, число у нас, какое сегодня? 16 октября. Вот, информация за 9 сентября. В общем, месяц назад. Внимание, недостоверная информация, но очень сложно. Ну, лохотрон. В общем, развод на бабки, на все остальное. Вы сейчас, там условия какие? В общем, ну, сейчас сами посчитайте это, да? Условия какое? В общем, отсылаете, в общем, 20 тысяч человеком, и вам, типа, якобы, возможно, когда-нибудь скинут 2500 гривен на счет. Какой счет, при этом не указан, нужно пройти опрос. Вот, на самом деле, подъебушка еще та, блин. Вот, поэтому, блин, ну, думайте, иногда думайте, что делаете. Я надеюсь, человек скинул не сам, а за него это сделал бот, он где-то, блин, подхватил этот бот. Ну, скорее всего, установил приложение, или типа Основанабанка, или с какой-то хуйни. И такая вот, в общем, поебень получается. Вот. Извиняйте за маты, но что же делать, называется. Вот, доводим до вашего, блин, я считаю, на якій мові читаю, блин, доводим до вашего сведения, что в последние дни клиенты магазина АТБ неизвестного номера осуществляется рассылка смс-сообщений. Розыгрышная компания 79% скидки. В общем, та же фигня, только тут Huawei. Вместо Huawei тут 2500 этих самых гривен. В общем, ищем мы эту акцию. 10-15-9, новая акция. Вот, рыба недели, это да, в магазине это есть, в общем. О, ищем мы акцию под названием, сейчас скажу, АТБ чип. АТБ чип 2500 гривен, и количество промокодов ограничено. Ищем, где оно. Вот в новых акциях сегодня на 16 октября. Есть за 13, есть за 15. 15 число, новая акция АТБ рыбный день. Ну понятно, рыбный день, блин, вчера был, поэтому, блин, оно есть в акциях. Ищем вот текущие акции. Вот. Текущие акции ищем на 2000. Ну, приведи с собой типа лоха и получишь, блядь, 2000 деньгами. Это у меня оповещение, блин, лезут не самое. Звертайте уваги, называется. Сейчас я пока захлопну. Вот, где у нас тут акции, текущие акции. Вот по новой акции свечусь дотейт, это все есть, в магазине это все есть, все это официальное, в общем. А все остальное, в общем, давайте еще так, блин, АТБ чип заулим. Ну, это как бы не новый, блин, вид мошенничества, это обычный, в общем. Вот, АТБ UA. В общем, ни одном официальном сайте нету. Акция новая, а точнее спам новый. Спам вреден тем еще, то что, ну, тупо телефон сожжет вам, да и все. Вот. Вот, в общем, такая. Вот такая хуйня малята, в общем, все. 5 минут видео контента хватит. АТБ, оказывается, еще есть. Сейчас он выше подниму. АТБ UA. Домен занят. Поэтому АТБ очень иначе называется. АТБ вот так называется. АТБ Market. Вот. А тут АТБ UA. Так главное, самое любопытное. Хозяева те же самые, да? В общем, говорит, это вот имеет отношение к, как его. Да. Компания называет. И еще магазин. Это имеет отношение. Но, в общем, никаких акций у них, понятно, нету, потому что, как ее называть, АТБ это же Ахметова Татьяна, как ее? Б. Борисовна, да? АТБ. Вот. Но она, блин, она, по-моему, не знает, что у нее есть сеть магазинов, ну, что такое. Ну, я насчет того, что сегодня якобы объявилась какая-то новая акция. Ну, объявилась она только в телефонах, в айфонах, в смартфонах и в смс-ках. В общем, не ведитесь, потому что наебалово.
вреда особого не будет, но, во всяком случае, могут троян запустить туда. Я его не тестировал, ссылку скинул, вот самая, Virus Total, ничего не показала, потому что, блин, ну, никаких там архивов нету, ничего нету, в общем, все, лишний пиздежам вам не надо, я закину это видео на YouTube, блин, налейте, наблюдайте. Кто хочет, наверное, написать отзыв, пишите, пожалуйста, делитесь. Может, вы уже сами что-то деньги получили. Если получили деньги, то, в общем, скидывайте или показывайте ваши чеки, блин. Ну, замусольте там ваши номера личные и все. Все, до побачення, что называется. Вот. Спасибо за контент, блин, знакомому моему.